Друзья, кто катается на вагах, в частности на пассатах, какого года у тебя там, Антоша? 9-го. 2010 года. Есть вот такая у них опция, если вы не знали вдруг. Вот такая вот дюрочка. Вот, да? Такая вот. Вот такая вот опция. Зачем она нужна, расскажи. Ну, в моем случае здесь стоит заглушка. А так есть версии со спортивными тормозами. Угу. И это отверстие нужно для дополнительного охлаждения. Ага, то есть там стоят какие-то топовые тормоза спортивные, да? Ну, как бы кто ездит неспокойно, да, чтобы тормоза не перегревались. Здесь вот еще вот дополнительно идет щиточек, и поток воздуха у нас заходит сюда и охлаждает суппорт вместе с диском, с колодками. Понятно. То есть я так понимаю, что надо снять эту заглушку? Нет, там, где уже стоят спортивные тормоза, там этой заглушки нету. Volkswagen, управляй мечтой!